Праздником жатвы вас, дорогая церковь, поздравляю. Время очень прекрасное. Это время, когда действительно мы радуемся, торжествуем, и торжествуем вот то, что видим. Да, мы видим плоды, прекрасные плоды, которые дает земля, и без этих плодов наша жизнь не может существовать. Нам надо их кушать, правда же? Да? Мы должны их принимать в пищу, иначе просто не будет сил, и плоть наша не выдержит, и она умрет. Поэтому Бог позаботился о нас и наполнил землю прекрасными плодами. Сама по себе осень, как и все времена года, она прекрасна, и она имеет свою красоту, свою прелесть, правда же, осень? И это время года создал тоже Господь, как весна, лето, осень, зима, да, это все Божье, и Бог так установил. И вот приходит осень, и вместе с ней приходят свои прелести, свои краски, да, свои картины открываются. Я, когда еду осенью, я вижу прекрасные деревья, которые окрашены в разные цвета. Летом они все зеленые какие-то, а тут едешь красное, желтое, и они прекрасны сами собой. Когда мы смотрим где-то вот на эту витрину, мы видим, что прекрасные плоды, и Бог их устроил, сделал, чтобы мы сегодня питались ими. И это тоже прелесть своеобразная. И это осенью происходит, когда собираем плоды, когда жатва. А тем более, если кто-то имеет свои участки, может, приусадьбы, кто-то дачи. Мы приезжаем туда, и урожай хороший. Заходишь в огород, видишь хороший урожай и доволен. Да? Вот такое удовольствие приходит, внутреннее удовлетворение. Думаешь, как хорошо, все выросло, все так легко становится. Поэтому Бог создал все прекрасно. А сегодня мы были в Солигорске на празднике жатвы. Они вот привет вам передают большой. И там тоже много говорили об этом. Но, друзья мои, я там как-то вот на ум пришло вспомнить Эдемский сад. Вот Эдем, где был Адам. Какой он был? Насколько он был красив, исполнен плодов всяких, да? Аккуратности все вот. Ну, невозможно представить, сколько вот картинок не видел Эдемского сада, что-то какие-то такие смутные, они какие-то тусклые, да. Я представляю, если бы вот попасть туда и увидеть, где Бог ходил в прохладе дня, беседовал с Адамом, да, и вот эти деревья росли, там все реки текли, птицы пели. Это уникальное место было. Это уникальное. Я родился в Сибири, в далекой деревне. Это Кузбасс-Уголь под Ленинск-Кузнецком, Кемеровская область. И это место такое, где добывают уголь. И очень много добывают угля. И вы знаете, на сегодняшний день, когда проезжаешь по этой местности, вот Ленинск-Кузнецк, там еще другие города, и видишь, что земля вся перевернута, вот так. Я мальчишкой был, у нас было там три озера недалеко от деревни, и на этих озерах водилась разная рыба. В одном водился карп, в другом карась, а в третьем щука. И они не смешивались между собой каким-то образом, я не знаю. Ну, мы бегали туда за щукой, туда за карасем, а если надо карпа, шли туда, на центральное озеро. Но алчность человеческая не имеет границ, правда же. Они пришли, посмотрели геологи, уголь там. Они просто взяли эти озера, залили грязью, высушили и сделали пустыню. Потом пригнали тяжелую технику, перекопали это все, да, сделали вскрышу. Эти деревья все сломали, а эти экскаваторы их ломают, как спички. Все уничтожили, достали уголь, а геологи-то ошиблись, там угля-то оказалось очень мало. Но той красоты, которая там была, назад не вернуть. Назад не вернуть. Невозможно. Вы знаете, мы можем думать об Эдеме, но Господь говорит, что то место, куда Он сегодня нас приглашает, в Царствие Свое, там гораздо будет лучше, чем Эдем или какие-то другие места. Там гораздо лучше будет. Он все там создал прекрасное. Он желает, чтобы каждый пошел туда. Друзья мои, вы сегодня пришли сюда по вдохновению от Господа. Может, кто-то скажет себе, я пришел ради любопытства. Но это любопытство в вас произвел Господь. И сказал, иди, посмотри, послушай, что там происходит. И сегодня Бог будет говорить с вами.
И сегодня Он будет касаться вашего сердца, и Он хочет, чтобы вы тоже были там, вот в этом прекрасном месте, которое Он приготовил для любящих Его, для верующих в Него, для поклоняющихся Ему. Прекрасно Бог устроил вот это время весны, лета, осени, да, зима, отдых, а вот весна, лето, осень, это происходит сеяние, ухаживание и жатва. И этот принцип Бог положил, его никто не может отменить. И в нашей жизни он работает точно так же, да, братья и сестры? Ведь мы тоже в своей жизни что-то сеем, потом это растет, а потом собираем плоды. Если посеяли доброе, пожнем доброе. Если посеяли злое, пожнем злое. Мы говорим, что зло всегда вернется, да? Добро тоже возвращается. Но это принцип сеяния и жатвы. Что мы сеем среди людей, что мы сеем среди своих семей, в общении, в обществе и так далее. Бог же говорит по этому поводу в послании Галатам через апостола Павла в 6 главе 7-8 текст. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Сегодня Бог хочет, чтобы вы позаботились о своей душе, о своей вот этой духовной, божественной части, о той наследнице, которая должна войти в Царство Небесное и быть там с Господом вечно. Бог огромное желание имеет, и свое это желание Он выразил в том, что Сына Своего Иисуса Христа послал на землю, чтобы Тот совершил неимоверный подвиг, которого никто никогда не совершал. Это Голгофский крест, смерть там. Принять на себя грехи всего мира. Дать шанс каждому человеку получить свободу от греха, получить наследие от Господа, получить усыновление Бога. И сегодня вы пришли сюда по вдохновению от Бога, чтобы услышать это и принять это в свое сердце, принять это в свою жизнь, принять Христа, чтобы Он стал центром вашей жизни. Ведь без Него невозможно войти туда, что Бог приготовил нам на небе. Невозможно. Только в Нем, только им, только Христом все это совершается. Друзья мои, все мы имеем дар речи. Сегодня я не буду говорить о тех духовных плодах, которые мы можем приносить. Сегодня я хотел бы побудить нас обратить особое внимание на те плоды, которые видимые плоды в нас. Они ярко выраженные. То есть наша речь. И наша речь может приносить плоды Господу, правда? И она может приносить плоды разные. Она может приносить горький плод, а может приносить сладкий плод. Она может приносить плод разочарования, а может принести плод умиления перед Богом. И Бог дал нам эту возможность. И когда мы читаем послание к евреям, там написано в 13 главе 15 текст. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Плод уст может прославить Бога. Друзья мои, это очень важно. Бог хочет от нас этого плода. Дом молитвы, в котором сегодня мы находимся, это то место, где Бог ждет нас, что мы придем и этими устами воздадим Ему славу, возблагодарим Его, как сегодня мы собрались благодарить Бога, правда же? И утром, и вечером благодарим Его за урожай, благодарим Его за церковь, потому что это тоже плод, но я немножко позже об этом буду говорить. Я просматривал некоторые комментарии, когда готовился к проповеди, и увидел один комментарий Уильям Макдональд. Он написал так: «Жертва хвалы – это плод уст, прославляющих имя Его. Бог слышит лишь те слова поклонения, что срываются из искупленных губ верующего человека». То есть вот эта хвала, она должна быть не просто хвалой, понимаете, это естество человека, когда человек действительно захвачен Богом, когда он действительно живет Богом, когда Бог неотъемлемая часть его жизни. Вот тогда эта хвала с уст срывается, понимаете, когда действительно Христос входит в вашу жизнь.
Многие из нас, друзья, пережили вот это чудное избавление от греха, правда же? Писание, вот когда пророка Осия, книгу мы читаем, 14 глава, 3 текст, там интересно написано: «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, ибо и мы принесем жертву уст наших». Бог говорит: придите и поклонитесь Богу и скажите: Господи, отними от нас беззаконие. Вы знаете, когда человек, от человека отнимается вина, и говорят: ты теперь свободен, ты теперь невиновен, человек начинает торжествовать, да, с ним что-то происходит внутри, он говорит: да, все, я свободный, ничто меня больше не держит, да, ничто меня больше не сковывает. Друзья мои, Христос на кресте сделал то же самое. Он снял оковы греха с нас. Он снял оковы греха, Он сделал нас свободными. То есть, будучи рабами греха, мы сделали свободными, апостол Павел говорит. Мы сделали свободными для Господа во Христе Иисусе. И это великое для нас. Многие из нас уже это пережили. Но еще хочу обратиться к тем, кто сегодня еще, может, сидит и думает здесь: а за что мне благодарить Бога? Да я как-то не чувствую ничего. Друзья мои, Бог и привел вас сюда сегодня, чтобы вы изменили эту ситуацию. Чтобы изменили эту ситуацию. А ситуация эта меняется только в том случае, если действительно мы, переосмыслив подвиг Христа, что Он действительно ради меня страдал на Голгофе, Он ради меня принял смерть, и ради меня там был, чтобы освободить меня от власти греха, чтобы дать мне жизнь вечную, чтобы переосмыслить все и достигло, чтобы это сердце, когда Христос начинает входить Духом Своим в сердце наше, когда Он заполняет нас, уста не могут молчать. Тогда срывается эта хвала Богу и приносится этот плод уст покаяния. Человек кается, он понимает, что без Христа его жизнь обречена. Без Христа он обречен на вечные муки, на вечную смерть, а во Христе обретает свободу от всего от этого. Во Христе обретает жизнь вечную, во Христе обретает Отца Небесного. И это правда, об этом говорит Писание, об этом говорит Бог нам через всю книгу Библию. И сегодня особое внимание обратите, как ваше сердце сегодня, оно молчит или оно сегодня готово благодарить Бога? Действительно, в нем есть порыв этот, естественный порыв, говорит: Господи, хвала Тебе. Господи, я благодарен Тебе, потому что Ты Бог мой. Я поклоняюсь Тебе не потому, что я от Тебя что-то хочу, а потому что я люблю Тебя. Потому что Ты прежде возлюбил меня и отдал Сына Своего на крест, чтобы дать мне жизнь. Это так важно сегодня. Это так важно переосмыслить свою жизненную позицию, переосмыслить свои отношения с Богом, прочувствовать их и поверить, что сделал для тебя Христос. Сегодня Бог желает, чтобы церковь была чистой и святой, чтобы сегодня она молилась и приносила этот плод уст к Богу. И послание Иакова, 4 глава, 8 текст. Иаков пишет по вдохновению от Господа такие слова: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». Сегодня Бог хочет, чтобы мы оставили всякое беззаконие пред лицом Его. Это и есть чистота рук, о котором здесь говорится. Чтобы, освободившись от всякого беззакония, мы возносили свои руки и молились Богу. Молились Богу за тех, кто рядом с нами. Молились Богу за наш город, за нашу страну, за всех людей, за всех человеков, чтобы Бог в их жизни совершил великое спасение, чтобы они были наследниками Царства Небесного. И это для нас, для церкви звучит слово. Послание к Тимофею, в первом своем послании, апостол Павел, во 2 главе, 8 текст, пишет так: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздавая чистые руки без гнева и сомнения». Бог хочет объединить
мужей веры, чтобы мы стояли в проломе, чтобы мы сегодня молились за этот мир, чтобы постились, чтобы искали возможности достичь людей Евангелия, вот этой правдой Божьей, которая открылась в Иисусе Христе. Это наша ответственность, братья. Это наша ответственность молиться к Богу, искать Его и показать Бога людям. Ну и еще одно, знаете, плод рук такой есть, это благотворительность. Руки наши могут давать, правда же? Помогать людям другим, которые в нужде, которые переживают какие-то, может быть, тяжелые времена, и мы можем подойти и с чем-то помочь, открыть свой кошелек, достать, дать. И это будет плод для Господа. Еще хочу сказать о плоде чрева. Это очень хороший плод, и о нем Бог говорит. Бог говорит Священное Писание, Псалом 126:3. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Так написано. Вы знаете, когда смотришь и думаешь, Господи, награда. Мы ценим награды здесь, золотая медаль в школе, мы хвалимся, это, еще какие-то достижения в спорте, у нас стоят кубки, награды, медали висят. У меня у пацанов тоже много медалей, всяких наград, и мы с женой это в комнате повесили, они так висят, да, награды. А Бог говорит, великая награда от Господа, кто? Плод чрева. Это Бог дает. И Он говорит, я вас этим награждаю, это для вас должно быть честью принять эту награду. Конечно, когда рождаются дети, это особые события. С другой стороны, родить ребенка, ну, для мужчин гораздо проще, чем для женщины. Женщина переживает больше, она носит плод этот в чреве своем. Мы как-то все в стороне немного, но это плод чрева, это Бог дает нам. И, конечно, нужно вырастить этот плод физически. Много затрат нужно. На одного ребенка много затрат нужно. А если твоя жена как плодовита, как виноградная лоза, и у тебя многодетная семья, сколько нужно финансов, да, вложений в этот плод, чтобы он был, он вырос, да, этот плод. Да любой плод, который возьмите, надо столько вложений, надо какие-то удобрения, надо поливать, травку вырвать, ну, прополоть, поокучить. Но это жизнь. И с детьми точно так же. Нужно купить ему 12-й айфон, который еще только вот сейчас выходит, да, за $1000, вот, чтобы обеспечить его. Какой-то там Apple, да, планшет купить, Mercedes за $170,000. Ну, это самое необходимое сегодня для ребенка, он для подростка. Друзья мои, об этом ли мы думаем? Об этом ли мы думаем? Мы должны дать образование своим детям. Иногда мы их видим сразу где-то в Оксфорде или в Кембридже. И это наши мечты. И мы думаем, обязательно он там будет учиться. И мы двигаем своего дитя туда. Но как на это на все смотрит Бог? Кем Он видит? Мы задаемся этим вопросом или нет? Кем видит Бог моего ребенка, моего сына или мою дочь? Что хочет он ее через него совершить? Самое главное, это не потерять своих детей для Господа. И это будет как раз тот плод, который мы принесем Богу. Не потерять своих детей для Господа, позаботиться об их душе. Это ведь самое ценное. Вы заметите, что Бог о материальном, Он говорит, вы не заботьтесь ни о чем, да? Так Иисус говорит о том, что вам есть, что вам пить. А о чем он заботится? Он на кресте умирал не для того, чтобы мы сегодня имели богатые урожаи, да, там, комфорт какой-то. Он умирал на кресте, чтобы спасти нашу душу. Так вот, мы, родители, позаботиться о плоде чрева своего должны быть так, чтобы спасти их душу, чтобы их душа не потерялась для Господа. Это очень важно. Бог ценит это. И сегодня мы должны особое внимание обращать на это. Вспомните, первое царство, Анна приносит своего ребенка, да, к Илии приводит. Почему? Не было детей. Было больно, было печально, и Бог дал. Но она обещала, Господи, если ты дашь мне дитя, я его отдам тебе. А ведь мы, когда приносим своих детей сюда, и служители их благословляют, не то ли самое мы имеем в виду, Господи, мы отдаем тебе его. А потом говорит, нет, Господи, подожди.
Дай-ка его мне на время, да, я его научу кое-чему. Я его обучу там, я его обучу здесь, я его... И начинаем водить его по миру. А потом раз, ребенок исчез. А где он? А он в мир ушел. А почему? Но где-то мы не удержали его, потому что решили сами без Бога чего-то достичь. Ну и плод жизни, это последнее, о чем хочу сказать, уже постараюсь коротко. Плод жизни, это так важно, потому что вокруг нас живут люди, которые хотят в нас видеть этот плод жизни. Это пятое Евангелие, как хотите называйте. Но Бог создал общество верующих людей. Он создал свою церковь, правда же? И это общество особое должно быть. Это общество должно быть наполнено любовью, нежности, благости исполнено. Это общество, которое умеет прощать, которое умеет помогать друг другу. Это общество, которое заботится друг о друге. И самое главное, это общество умеет любить. Любить друг друга и любить других, которые вокруг. Это церковь Христа. Он же ее такой создавал. Он же ее такой видит. Он нас с вами такими видит. Не сварливыми, не злыми, а наоборот. Те, которые любят, которые святые. Послание Колоссянам, 3 глава, 12-15 текст прочитаю. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг от друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Хороший текст. Это наша жизнь должна быть такой. Это наше общество христиан такое должно быть. Это наш плод жизни такой должен быть. В нас это люди должны увидеть. И Бог хочет, чтобы мы приносили эти видимые плоды. Это видимые плоды. Дружелюбность, любовь, да, вот эта доброта. Они же проявляются. И люди в нас видят это все. Здесь сегодня вот плоды стоят. Недавно здесь другая жатва была. Я был на этой жатве, когда провожали тело Александра Ивановича, да, когда мы тут, такое траурное служение было. Но когда я слушал все то, что о нем говорили, я понимал, что это дерево принесло столько плода, что в каждой церкви осталось не по одному плоду. В каждой церкви он оставил свой след. Мы были в Сковшине, вот прошлое воскресенье, там праздник жатвы был, мы приехали туда. И я у них спросил, говорю, братья и сестры, у вас Александр Иванович здесь был? Ой, не раз. Это деревня за Солигорском, Сковшин. Казалось бы, что бы там делать ему, а он и там был. И не раз. Вы знаете, когда смотришь на жизнь таких людей, как Александр Иванович Ересюк, хочется продолжить эту 11 главу послания к евреям, где написано о героях веры, и продолжить, да, что Авраам, Исаак, Иаков, Ересюк. Вот так. Я сегодня к нам хочу обратиться. Друзья мои, наше имя будет в этой 11 главе? Бог впишет его туда, нет? Как бы я хотел, чтобы каждый из нас настолько мог быть плодоносящим для Господа, чтобы и наше имя было там, в этой главе. Христос принес Отцу свою жертву, да, Он принес свой плод. Это церковь Его, это Его невеста, которую Он украшает, прекрасная невеста, ради которой Он жил здесь на земле, ради которой Он учил людей, ради которой Он умирал на кресте, ради которой Он воскрес из мертвых и сегодня одесную на небе ходатайствует о нас. Это Его плод Отцу. И Он хочет, чтобы каждый из нас был плодоносящим. Дорогой друг, если сегодня ты еще не соединился со Христом, если у тебя еще не налажены с Ним отношения, Бог хочет сегодня изменить это в твоем сердце. Изменить это положение в твоей жизни, чтобы ты обрел великую радость спасения, великую радость жизни вечной. Бог сегодня желает, чтобы ты обратился к Нему и принес первый плод
своих уст. Это молитва покаяния. Молитва покаяния. Я сказал: Господи, помилуй меня, ведь я стою в стороне. У меня еще сегодня сердце не горит. У меня сегодня нет желания славить Тебя, а я бы хотел этого. Бог ждет тебя. Бог желает, чтобы ты обратился к Нему. Он хочет слиться с тобой воедино. Он хочет сопроводить тебя через эту жизнь, как отец сопровождает сына. Он хочет быть участником в твоей жизни, в жизни твоей семьи, твоих детей. У него есть огромное желание помочь нам прожить эту жизнь на земле и войти в Царство Небесное. Друзья дорогие, не останавливайтесь. Если ваше сердце желает примириться с Богом, иметь вот эту радость жизни со Христом, идите и примиряйтесь сегодня, потому что ваше время. Потому что не зря Господь вас сюда привел. Он Духом Святым наполнил вас, чтобы вы пришли и обратились к Нему. Чтобы вы соединились с Ним. Пусть Бог благословит вас. Очень бы хотелось, чтобы молитвы покаяния звучали по всей Беларуси сегодня. Чтобы Царство Небесное наполнялось нашей страны спасенными душами. Да благословит вас Бог быть добрыми, плодоносящими деревьями в Его прекрасном саду, дорогие братья и сестры. Господь Иисус соделал все возможное, чтобы наша жизнь была исполнена добрых плодов. И во втором послании Петра коротко прочитаю. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас Своею благодатью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Друзья мои, пусть Бог благословит вас, чтобы ничто не могло отлучить нас от любви Божией. Чтобы действительно Христос был центром нашей жизни. Чтобы мы захвачены были Христом и могли в радости, в веселье сердца служить Ему. Чтобы для нас не было, знаете, каким-то тягостью служить Богу. Чтобы радость действительно была в сердце. И сегодня я бы хотел попросить, если кто-то, может быть, все-таки решил для себя, что сегодня я покаюсь и примирюсь с Богом, у вас это есть время. Вы можете подняться на месте, помолиться, мы с вами помолимся. Если кто-то хочет выйти сюда помолиться, мы здесь с вами склонимся и будем молиться. Бог ждет вас. Бог хочет спасать вас. Сейчас мы встанем, будем совершать молитву. У кого-то на сердце, может быть, будет просто молитва благодарения. Просто прославить Бога и сказать: Господи, спасибо Тебе, что я живой, что я в церкви, что Ты Бог мой. Помолитесь, пожалуйста. Давайте встанем и помолимся. Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.